Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмишбай, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение Dying Light 2. В прошлой серии мы вышли к какому-то полковнику, его вроде как, я не помню, как его зовут, полковник, который был главой ренегатов, но не тех ренегатов, про которых мы знали, это были другие ренегаты. Короче, мы нашли в прошлой серии комнату Вальца, мы нашли аудиозаписи дневника Вальца, и мы сейчас будем их слушать. Где он, дневник? Нет. А где? Я не понял. Подожди, где кассеты эти? Вот он. Записи Вальца номер 1, номер 2. Воспроизводим. Отчет 24-2036. 130-й день года. Вот уже 6 месяцев, как закончились средства. 20, как было последнее улучшение. Пациенты без сознания. После введения препарата кровяное давление немного повысилось. Зрачок двигается. Все, что мне остается, вернуться в X-13. Если информация все же подтвердится, и ключ ВГМ в руках командира Лукаса, есть шанс продолжить исследование. Неудача недопустима. Так, прекрасно, мы нашли третью кассету, у нас уже их целых три. Первую мы послушали, вторая. Отчет 13-2036, 105-й день года. Средств нет. Попытки воспроизвести препарат пока безуспешны. Пациенты проявляют неконтролируемую агрессию. Улучшаются психофизические способности. Поскольку у меня больше нет подопытных, я тестирую препарат на себе. Ничего себе, какой смелый чувак. Ой, не ту кнопку нажал. Какой смелый чувак на себе препарат какой-то тестирует. Третий. Отчет 22036, 126-й день года. Агент в старом Велидоре сообщил, что командир Лукас нашел его. Он нашел ключ ВГМ. Это значит, что можно снова попасть в X-13. Я отправил разведгруппу во главе с Диланом на станцию метро в старом Велидоре. Жду от них отчета. Ну понятно, а мы потом встретили Дилана, и ключ ВГМ передал он нам. Он здесь над чем-то работал. Что же ты с нами делал, больной урод? Ставил эксперименты, пытался сделать из вас сверх людей. Я нашел для тебя транспорт. Поехали. Давай, погнали, полковник. Куда мне идти, я забыл уже. Так, сюда, наверное. Все, полковник нашел транспорт, пора отправляться к нему. Мы сейчас будем встречаться с полковником снаружи. Эйден, это Киллиан. Киллиан, здорово. Давно не слышались. Киллиан? Слышал, ты ищешь Вальца. Ну да. Да, он в туннелях у Tower Plaza Drive. Надо остановить его, пока он не добрался до X-13. Мы идем туда. Нас немного, но ночные бегуны помогут тебе. А что это решили ночные бегуны сюда присоединиться? Это типа мне небольшой бонус за то, что я их возродил? Типа за то, что я им помог, и вот они так вот мне немножко отблагодарят? Блин, нет. Я думал, я уже взломал, все, оказывается, нужно было дальше провернуть. Ну ладно, посмотрим. Не так же просто им, значит, помогал. Значит, они мне отплатят в конце. В конце мне отплатят. Что у нас тут еще есть? Ай, не достану. Ладно, этот портфельчик очень долго будем обыскивать. Нам все-таки нужно посмотреть, что будет дальше по сюжету. Меня сюжет очень сильно интересует. Где мой транспорт? Он прям там стоит? А чё здесь не ждали? Мне типа выгнали машину и такой, беги туда. О, торговец. Сразу к торговцу сбегаем. Давай с тобой побазарим. Я знаю, его поставили, чтобы что-то призатариться немножко. Мы же ему наоборот продадим все ненужное. Это оставим. Это продадим, а это тоже продадим. В принципе, нам оружия хватит. У меня оружия полно какого-то разного всякого. Что у тебя можно купить? Может, вот эту мачетку купим? Кустарную. Давай купим мачету, пускай лежит. Я все равно подозреваю, что это конец как бы игры. И зачем оно нам надо? Зачем нам эти деньги, понимаешь? Это все ерунда. Так, армейские аптечки, кстати, нужно посмотреть. Армейские аптечки, у него нет их. У тебя нет армейских аптечек. Ну ладно, все. Все, что надо, я купил. Чё, полковник, Эйден, показывай, что у тебя здесь. Водитель отвезет тебя ко входу в туннель. А дальше он типа нет. Он должен привезти в X-13. Окей. А теперь иди. У нас нет времени. Новый обстрел может скоро начаться. Ну, поехали, хорошо. Мы едем в X-13. Небольшая, наверное, отсылка на Сталкер, да? Там X-16 была вроде лаборатория.
здесь X-13. И вот решили под конец игры еще показать, что здесь все-таки есть движущийся транспорт. Это вообще просто смешно. Ну, типа вот такой микроавтобусик катается, нас по локации возит. Ага. А что происходит? А, вот, все, загрузилась локация. И что? Мачете мне дали крутой. Сейчас мы вкачаем это мачете и двинемся дальше. Это была самая странная загрузка пока за всю историю этой игры. Но ничего страшного. Немножко не доработали, это ерунда. Дай порулить, слушай, чувак, дай я бы попытался. Как ты ведешь вообще просто, как будто последний раз в жизни за рулем сидишь. На нас нападут, что ли? Так показывают все это дело. Ага, я так и думал. Все, тачки хана. Последняя тачка была движущаяся в городе, ее взяли и уничтожили. Доберемся на своих двоих, всю игру бегали, и ничего страшного, разберемся и без автомобиля. Черт. Да все, уже ему хана. О, он сейчас еще и помутирует. Нет? Ну день же на улице, вряд ли. А это кто? Это какое-то новое действующее лицо? Эйден, куда спешишь? А, Мэтт! Миротворцы решили меня обложить. Сейчас не время сводить счеты, Джек. Ну ты мудак, короче. Ты вошли в облако, присоединишься? Я хочу остановить Вальца. Для меня ты просто предатель. Убить предателя! Предатель чего? Джек, стой. Фрэнк? Ты будто призрака увидел. Уходи, Фрэнк, или всех убью! И покажешь свое истинное лицо? Рассказал всем, что пытался меня убить? Ложь! Ты хотел убить Уильямса, замести следы. Ты просто пьян! Убить их! Но это ночные бегуны. Они работают на Уильямса, убейте их! Армия распалась после бойни. Мы были созданы, чтобы этого не допустить. Грейди, я отдал приказ, чтоб тебя... Мы слушаем командира! Вы не можете нас вести, вы ослеплены местью! Берегись! Ты пойдешь по трибунал и будешь молить... Ракета. Нужно вернуться на базу! Еще один обстрел. Уильямс был прав. Надо забрать ключ, пока Вальц не уничтожил город. Хорошо. Мы поищем раненых. Хакон тоже пойдет за Вальцем. Будь осторожен. Это облако — стена из смертельных химикатов. Поздно об этом думать, Фрэнк. Похоже, мы снова будем вдвоем, Пилигрим. Надерем ренегатам задницы. Я скучал по твоим выразительным монологам. Спорим, они тебе скоро надоедят. Я захватил антизин. Нам пригодится. Хорошо. Я найду туннели, по которым шел Вальц. Постоянно будь на связи. Что он захватил? Антизин? Антизин был в первой части, а в этой части антизина вообще еще ни разу не встречал. Теперь нас перекинули немножко сюда. Я так понимаю, нам тут ящики дали немножко полутаться. Какого-то снаряжения подобрать. Интересно, прям так посреди улицы валяется, и никто не подобрал, ничего себе прям. Мне дали крутое мачете, я хочу это мачете, кстати, использовать. Вместо вот этого мачете я возьму вот это, и, конечно же, мы вкачаем его. Ну, понятно, конец игры нам дают крутое оружие, типа, чтобы мы здесь с ним бегали и с ним, собственно, справлялись. Ну, и рукояточку давай, конечно же, сделаем. 140 неплохо. 140 это прям очень даже. О, это я вообще не знаю, что это такое. Будет какая-то безделушка болтаться. Так, надо снарядить ее. 118. А что у меня еще есть? Этот стоит у меня дубина. 95. Ну все, у меня самые... А нет, 119 вот это. Вот так вот. Теперь у меня самые крутые пушки стоят. Мне дали, кстати, этот достижение. Модер называется. Улучшить оружие не менее 50 раз. Хорошо, я просто перед финалом. Я так понимаю, что это финал. Я так подозреваю. Нам же сказали, что это финал. Я хочу быстренько немножко снаряжение последний раз проверить, чтобы на финальную вот эту битву идти уже нормально заряженным. 7 броня. Тут у нас что? Есть что-нибудь посерьезней? Самая крутая стоит. Штанцы. И ботинки я переодену, потому что эти ботинки не дают брони, а прыгать нам сейчас нигде почти не надо. Вот так вот. Все. Ну все, двинули, хорошо, побежали. О, 50 метров это днем? А что это он днем здесь ползает? А, здесь сейчас просто типа зона, ну,
зона без солнца, поэтому он здесь может спокойно крутиться. А зачем я собираю? Господи, я сейчас только что понял, что это вообще бессмысленно. Господи, а что ты бегунов много? Забери мне мой приз, блядь. Все, ходу. Здесь так много зомби, так много бегунов. Это такая опасная зона стала? Ничего себе. Я забыл, куда мне бежать-то? Это из-за того, что здесь туман? Здесь бегуны себя чувствуют вообще замечательно. Окей, я понял. Это было, кстати, неожиданно. Не нужно было с ними сражаться. О, 18 секунд. Что мне здесь делать? Если ты мне не поможешь... Держи. Так, отлично, мне дали одно очко боя. На что мы их потратим, кстати? Давно уже ничего здесь не качал? Это что? Мощно отталкивающий удар. Пускай будет. Пускай будет. Паркур. Прыжок после скольжения. Давай вот это вот, наверное. Что это? Приземление в прыжке. А, не, это я понял. Мне это надо, не надо это. Давай вот это вкачаем. Я думаю, может быть, пригодится. Ух ты, сколько опасных. А я не знаю, куда бежать. Так, найти вход в X13. Где вход? Может, наверх куда-нибудь залезть, я не знаю. Ну, то есть мне не показывается, в принципе, куда бежать. Так, ладно, окей. Какая-то очень странная миссия, если честно, начинается. Ну, давай попробуем повыше забраться. Давай с крыш посмотрим, я не знаю. Ну, ветряк я не буду прямо сейчас делать. О, ренегаты. Неудивительно. Все, я не буду с ними сражаться. С ренегатами смысл мне их, ладно. Их можно было как бы и не убивать. Но они сами нарвались. Сами. О! А что это меня еще и колбасить начало? А что происходит? Что это за такое активное у нас движение тут под конец дали, а? Черт! Здесь ничего нет! Ничего нету, да. Хакон! Хакон, ты где? Иду! То есть все нормально было. Нам нужно было так побегать, ничего не найти, потом, чтобы связаться с Хаконом. Все, теперь его штырнет. О, побежали. Дороги, блядь. Это Эйден говорит. Вот это крутяк. Вот ты где. Я иду за тобой. А сейчас его обратно откатит, да? Я чисто гипотетически должен был в зону взрыва эту влезть, а потом меня там должно было мутировать, а не на какой-то крыше. Все будет хорошо. Кстати, Мию так и не нашли. Ты вылечишь ее. Так и не нашли. Я делаю, что могу. Но она слаба. Гораздо слабее других детей. Ты можешь спасти ее, Эйден. Можешь ее спасти. Что-то пока ничего не понятно, да? Мия все-таки существовала. Я думал, что Мии как бы не существует. Что это за пробежка такая была в тумане? Что это было? Тот же вопрос, Эйден. Абсолютно тот же вопрос. А где я оказался? Хакон! Хакон, слышишь меня? Хакон! О, нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста, отзовись! Это я сделал. Мне жаль, мой друг. А что ты? Что сделал? Что? Убил его, что ли? Мы просто похоже, за городом. Они пошли сюда. Просто за городом каким-то оказались. О, ты жив. Хакон? О, какого хрена ты молчал? Эй, надо же, как ты по мне соскучился. Моя четвертая жена так не паниковала. Четвертая уже? Как у него всего? Думал, у тебя их три. Иногда сбиваюсь со счета. Может, поэтому и один.
А вообще я заблудился в этих тоннелях. Попробую найти тебя. Так, ладно, короче, опять что-то произошло очень быстро и непонятно. Ну, мы хотя бы нашли базу, откуда ракеты вылетают. Ясно. Есть здесь что-нибудь поживиться, нет? Значит, вот куда ты пошел. Я найду тебя. Найду и убью. А может быть и не убьешь. Мне пока еще... Меня начинают терзать смутные сомнения, что Вальц это не просто какой-то доктор. Мне кажется, здесь есть какая-то связь с Эйденом. Почему он его узнал, неизвестно. Он прям узнал его. Типа, тогда. И не хотел убивать. О, хорош. Вовремя. Вот это вообще будет. Будет круто, если они потом какой-нибудь зомби-режим сделают. Я бы с удовольствием, конечно, сыграл зомби-режим какой-нибудь. Жив, бля, ты смотри, я через него пробежал, он жив. Будет круто, если еще какую-нибудь дадут ачивочку, типа убить столько-то там зараженных в режиме зомби. Ноги, блин. Черт. Думаете, вы здесь самые крутые? Есть ребята и покруче вас. Так, где следы потерял немножко? Ну, Веронику жалко. Я что-то вспоминаю, как он в этом режиме Веронику завалил. Ну, отходит он уже быстрее. Отходит он уже быстрее. Он хоть не валяется без сознания. Давай, Эйнет, вставай. Все, мы вышли. Понятно, ты теперь человек. Побежали дальше. Мы можем вернуться полутать. Кто-то выжил все-таки. Ой, можем, но это так долго будет. Я там столько зомби перевалил. Все, хватит. Вперед. Вперед, только вперед, ни шагу назад. Так, нам типа по дороге лезть или где-то здесь есть краткий? Краткий путь. Нет, мне кажется, по дороге дальше бежать. А самое забавное, что по таким горам мы в начале игры ползали, и, скорее всего, сейчас будем ползать в конце. Ну, типа, я так подозреваю, что это уже конец игры, поэтому вся игра проходит внутри города. Ой-ой. Так, вон база. Эйден, скажи что-нибудь. Кажется, я их нашел. Я почти догнал их, Луан. Ага, Луан. А их это кого? Я понимаю, Вальц. А кто с Вальцем? Я что-то немножко тоже сюжетик так немножко упустил. С Вальцем кто-то есть? Алан, зачем мне ромашки мед? У меня вон 30 аптечек. У меня вон целая куча, целых 30 аптечек. Сейчас мы будем снова мутировать, скорее всего. Что а нет, здесь есть освещение. Маньяк. Ну давайте уже, расскажите, что с Мией стало. Мне, честно говоря, вот больше всего интересно, что с Мией. Всю игру ее ищем. Я думал, хотя в середине. X13. Наконец-то. А уже вот конец? Опа, ренегат. Луан прибежала. То есть уже конец, и мы не знаем, что с Мией. Луан, что с тобой случилось? Ее ранили. Наткнулась на кусак по дороге. Ничего страшного. Мне все это не нравится, и тебе опасно находиться рядом со мной. Он же может мутировать, не реально, понимаешь. Он Веронику уже убил. Эти ублюдки уничтожили все и всех, кто был мне дорог. Всех, кто погиб под ударом. Фрэнк чуть не умер. Я не хочу потерять и тебя. Я не умру. Все так говорят. Эй. Че ты так на ровном месте заистерила? На ровном месте просто взяла спокойно, а потом истерика началась. Да, все будет нормально. Все надо вернемся, слышишь? Вернешься. Потому что я с тобой. Ясно, Луан, короче, я самая крутая. Фрэнк постоянно твердил, что я гожусь в ночные бегуны. Вот и проверим. Дамы вперед. Дамы вперед. Ну давай. Спасибо, подгибала, да? Просто понимаешь, если в лифте он сейчас обратится в лифте, то все, ей хана. Он же не смог удержать себя, чтобы Веронику не убить. Он ее убьет. О, начинается. Луан. Прекрасная затея. Становится хуже, да?
Ты бледный. Я в порядке. Мы найдем его, пока это не зашло далеко. Мы сделаем. Куда уж дальше? Ты понял? Да. Давай покончим с этим. Вот и пообщались. Вот и пообщались, полетели дальше. Все. Полетели дальше. Ты меня крой, короче, а я вперед. Я вперед всех убиваю, а ты меня прикрывай. О, нет. Вот лучше им сейчас разделиться, потому что он начинает обращаться уже. А он не успеет. Ой, че так медленно бегаешь, Эйден? Даже Луан тебя обогнала. Хотя она за спиной была. Так, ясно. Это нам головоломочка. Луан! Вообще даже не слышит? Так, ладно, хорошо. Эйден, я убрала охрану, но не знаю, как открыть дверь. Так, ну, красный не работает. Чё она меня пугает? Вот как... А, вот, двери мне открыли. Я правда не знаю, как ее открыть. Попробуй найти другой вход. Так, мне дали какое-то достижение опять. На дно называется достижение. Войти в лифт X13. Ой, спасибо за достижение. Я бы без вас не справился. Тяжело, ничего себе. Что же нам тут припрятали-то, а? Что же нам тут припрятали в этой опасной подземной лаборатории X13? Сейчас посмотрим. Ой, блядь, ну сухпаёк, ясно. Утеплённые кроссовочки, круто, спасибо. А это что? Здесь можно что-то подобрать, мина. А здесь можно подобрать гранату самодельную. Так, хорошо, мы попали в это помещение. Здесь может быть какой-то люк, что-то нет такое? Опа. Нет, в эту дырочку не залезу. Еще один тяжелый этот. И здесь еще взлом тяжело. Ну, слушай, надо повзламывать. Надо повзламывать. Это редкая возможность, когда можно взломать сундук, где рядом нет зомби, спокойненько себе вот так вот не напрягаюсь. Опа. Вообще большая редкость, на самом деле, так спокойно взять, взломать. Это просто удовольствие, сплошное удовольствие. Нам дают, если что... Ух ты, а что это за брюки такие крутые? 6 уровня. Сюда нам? Или это 5 были? А вот они, 6 уровня, да? Берем. Это нам типа снаряженица подкидывают под конец, да? Чтобы были шансы вообще пройти. А то, знаешь, придешь каким-нибудь ложком без снаряжения. И они такие типа, ага, лох. Сломал отмычку. Ну, слушай, она мне, конечно, послужила уже достаточно долго. Тупо на шару сейчас ищем. Вот и нашел. Вот и нашел, найс, как говорится. О, укрепленные щитки, давай посмотрим. Где они? 8-я бронька, конечно, мы их наденем. 8-я броня, конечно же, мы их наденем. Так, а мы сюда зашли, что ли, что? Просто полутаться? А вторая дверь открылась? А, так и вторая дверь открылась. Все, понятно. Интересно, здесь зомби будут? О, а вот и ответ на... Подожди, что это? Это же эти охотники, нет? Ну, короче, нам демонстрируют, что здесь... Ну, так открой. Давай, ворвемся. Ой, он на меня сразу пиздельку не дает. Закрой обратно. Пускай они отвлекаются на этих, я их сейчас поубиваю. Это не охотники были, кстати. Мне что-то кажется, что слабовато они для охотников. Ну, дерутся так нормально, рубятся. Да напади ты уже на него, добей. Не, ну серьезно, сколько можно? Ты что, зомби, не зомби? Да, наконец-то. Не, это не охотники были, я как-то слишком просто его убил. Что мне с них падает? Необычный трофей зараженного. Хорошо, нам продемонстрировали, что здесь как бы есть враги. Как бы нам нужно быть поаккуратнее немножко, вот бегать, все дела. Ну, мы как бы это знали. Было подозрение, что на этой секретной тоже забирай. Что на этой секретной подземной станции есть где-то что-то опасненькое. Блин, внутрь не пройдем, да, там ящик. Там ящичек, а тут нельзя нажать. Тут взлом тяжело.
тяжелый взлом. Мы сейчас быстренько. Быстренько взломаем. Опачки. Хорош. Я не знаю, такое чувство. Инвентарь что заполнен чем? Маска для пинбола. Подожди, у меня масок все полно. У меня же еще вот есть местечко. Я впервые сталкиваюсь, чтобы у меня полный инвентарь получался. Окей, хорошо. Ладно, короче, все, лутаться больше мы не можем. Нужно было скинуть все лишнее, но черт с ним. Как будто мы собираемся куда-то еще потом, да? Правильно? Правильно. Как будто у нас будет после конца игры еще возможность бегать в открытом мире. Конечно же, я думаю, они такую возможность дадут. Но интересно ли это будет? Неизвестно. О, пошла заставочка. Пошла заставочка, давай показывай, что здесь. Вальц? Нет, это Луан. Кстати, живая, здоровая, все нормально. Справилась с двумя вон разбойниками. Ты в порядке? Конечно. А они... Ой, мне кажется, Луан не переживет. Покажи. Не переживет она это вот все. У нас есть проблемы посерьезнее. Какие? Смотри. Что там? Показывай. Охренеть. Какой-то огромный склад. Что это? Они запасали еду, топливо, воду. Ты только посмотри на это. Так это ж отлично, у наоборот. У них здесь целый склад. Это ж мы нашли их, ну значит, типа это наши теперь. Ого. Людям можно забрать. ВГМ построила комплекс, чтобы хоть кто-то смог выжить. Похоже на ковчег. Ковчег? Ковчег Ноя. Из Библии. Да мы знаем, что такое ковчег. Только там пытались спасти пары животных. А здесь? Разве что этих козлоебов из ВГМ. Это явно не для обычных людей. Нет, чертовы эгоисты. Но, видимо, никто сюда не добрался. Вирус их опередил. Справедливость восторжествовала. Можно теперь всем этим пользоваться, отлично. Вальц наверняка направлялся сюда. Он знал, что здесь есть все, людям что это нужно пригодится. Для выживания. Мы должны найти его. Видишь? А, чтоб он никого не рассказал, да? Чтоб себе не присвоил. Блять, да пиздиться за еду будем. Мое все, хабар мой. Я люблю лутать, это все моя добыча. Кто-то станет между мной и лутом, а под ним поздоровится. Я пойду вперед. Вперед, конечно. Он сейчас обратится. Здесь будет заруба сейчас. О, свет. Огонь, блин. Черт. Зашибись, Луан решила словить за него стрелы. Прячься! Нормальная тема. Нормальная тема. Она выскочила, словила стрелу за него и все, и спряталась. Засранцы, а? У меня тоже лук есть. Сейчас достанем их всех. Сейчас их всех достанем, засранцы. Ясненько. Можно было не тратить ресурсы. Вам, ребят, не повезло, зря вы на меня кинулись. Ой, зря. О, подожди. Охотник. Я охотника раскидал только что. То есть на меня сейчас вышли еще и охотники? Не повезло охотникам, которые на меня напали, конечно же. Так, хорошо, как мне допрыгнуть до этих засранцев? А, так я прыгаю на ебически высоко теперь, я понял. Все? Всех? Так, подожди, я же в режиме. Ну, давай попробуем, типа, сейчас об... А теперь там охотники, да? Ее серьезно ранили, я же говорю, она не переживет. Я видела план здания, Эйден. Диспетчерская в той стороне. В той стороне, окей. Похоже, Вальцу что-то там нужно. Обращаемся и лезем. Иди за ним, Эйден. Я попробую найти бинты. Я тебя не брошу. Дай аптечку, я тебе аптечку. Хватит изображать из себя мамочку, иди. Эйден, аптечку дай, блядь. Он! Нет, черт возьми! О, Хакон здесь. Пускай он хоть ее прикроет. Пускай хотя бы Хакон ее прикроет.
Я порву этих сук на части. Хакон, спокойно. Что они с тобой сделали, солнышко? Я в порядке. Похмелье от рябиновой настойки Фрэнка куда хуже. Вот и все, позаботься о них, Хакон, а мы дальше погнали гасить вальца. Он не прятал от меня бутылку, чтобы проучить. Я помню это. Эйден, найди вальца и забери у него этот чертов ключ, или мы все умрем. Да, конечно, сейчас сделай. Ним. Нет, вытащи ее отсюда. Догонишь меня позже. Да, босс. Так, теперь здесь, конечно же, мне проход закрыт. А, нет, открыт, да? Ну, я надеюсь, ты обратишься. Да. А, нет. Он решил в рукопашечку сейчас пойти. Спасибо, спасибо большое. Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Мы сейчас будем... Выключи нахуй фонарик. Короче, у нас здесь, чтоб ты понимал, огромное количество охотников. Охотников, то есть не обычных этих засранцев, а конкретно охотников. И теперь нам нужно как-то пройти мимо них всех. Одного я успел убить. Они хавают. Они хавают, хорошо. Если они кушают, значит они отвлечены. Если они заняты едой, значит они не будут обращать внимание на меня. Теперь надо найти, как бы нам пройти, собственно. Тихо. Нам надо вон 24 метра. Если там дверь не заперта, можно просто в наглую пробежать. А что у меня есть? У меня есть что-нибудь отвлекающее какое-то? Какая-то штука отвлекающая, нет? Есть. Я не думаю, что это хорошая идея, конечно. Но стоит вообще попробовать ей воспользоваться. Шестого уровня между прочим, засранцы. А им похуй, вон вообще, вообще до пизды. На одном месте стоят дальше и все. Ладно, знаешь что, я помню, вспоминая вот эти вот все мои предыдущие попытки пройти между ними как-то по-тихому, оканчивались вообще нихера не успешно. Сейчас этот чувак развернется, и вот мне нужно туда пробежать. Ну, побежали, ёб твою мать, господи. Сколько той жизни, блядь? Да ладно, просто прокатило? Просто прокатило вот так вот пробежать. Даже за мной не побежали. Даже за мной не побежал, он даже не успел меня спалить. Ну и все. Вот и все, боялись. А сколько было понту там, а? Господи. А это, походу, та больница. Руки. Это же этот рисовал. Мия с этим. С Эйден. С Эдиком. Рисовали же они. Точно такое же помещение было. Они здесь прям и эксперименты над ними прям здесь и ставили. Так, у меня фулл хп, если что. ХП фулл, все хорошо. Мусорку надо обыскать. Мусорку надо обыскать обязательно. Аптечки заберем. Аптечки заберем. У меня их, конечно же, полным-полно. Но я понимаю, что они могут пригодиться вообще в любой момент. В любой момент могут пригодиться... Наши добрые аптечки. Тут что у нас? Не знаю, я думал аптечки, но ладно, нет, так нет. То есть ты понимаешь, насколько просто получилось пробежать мимо этих охотников? Просто взял и побежал, и все. Меня даже не спалил этот, который был возле выхода. Это то место. Это то место, где их держали. Правильно, Эйден, говорю? Эдди, не молчи, отвечай. Да, да, ходу то. Офигеть. Что? А их в их с 13 сейчас? Прям держали. Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. С Мией что стало? Расскажет мне? Наши кровати. Мишку забери. О, фотка. Фотка Мии. Когда я 5 лет было. Я не помню, как снимали это фото. Кто это написал? Опа-на. А это, может, уже было после того, как Эйден сбежал? Ну, типа, сколько им там лет было? Нам дали, кстати, эту фотографию. Нам дали ее в искусственный коллекционный предмет. Где она? Вот она. Она выглядит точно так же, как я ее помню. Окей, хорошо. Опа, записочка.
X13 медкарта Габриэля. Где она? Я хочу почитать медкарту Габриэля. Так, имя неизвестно, возраст 8, присвоено Габриэль. Так, при поступлении заболевание не обнаружено, получена доза 2. Диагноз после инъекции ингибиторов, рвота, диарея, температура до 40 градусов, ограничение подвижности, шанс выживания после следующей дозы 55%. Прекратить тестирование. Вот так вот. Габриэль, короче, не потянул. Мне кажется, здесь будут их все медкарты. Опа, записка. Еще записка. Письмо мальчика моего. Ой, бля. Вот это сейчас мы будем читать, будет грустненько, конечно. Где оно? Так, Вейн. Возраст 6, имя Франческо Санчес, присвоено Вейн. При поступлении недавно перенес грипп, симптомы отсутствуют. Диагноз после инъекции ингибиторов. Слабость, легкая лихорадка. Рекомендации. Благоприятный прогноз. Ввести следующую дозу. Письмо мальчика матери. Маме. Отдайте маме, только маме. Можно читать. С ошибками типа записали. Мам, привет, тут вкусно, только дома лучше. У меня много друзей, другие плачут, когда укол, а я нет. Я соскучился, доктор говорит, он хочет, чтобы ты перешла и была со мной. Я тоже хочу, чтобы ты пришла, Франко. Ёб твою мать, вот звери, блядь. И я так понимаю, письмо, конечно же, адресату тут и не доставлено, раз оно здесь. Что мы здесь можем найти? И, блядь, дай, пожалуйста, пускать. Да ё-моё. А я застрял, блядь, я застрял в текстуру. Фу, вылез. Ну ладно, я, короче, не могу подлезть, что-то обыскать. Хотелось бы, конечно. Опа, тихо. Вот так вот. А, металлолом. Я думал, там что-то коллекционное будет. Здесь ничего нету. Так, в шкафу, может быть. Ну, это определенно та больница, ну, серьезно. Вот здесь напротив зал этот. А, нет. Нет, не зал. Может, я ошибаюсь, слушай, я не помню, их прям напротив вели тогда. Но это было, слушай, достаточно давно уже. Какая? 30 с чем-то серия? Я уже, если честно, и подзабыл, что в начале было. Так, ну, стопудово там ничего не будет такого секретного. Пойдем дальше. Во, медкарта. Так, Венди. Медкарта Венди. Возраст Венди, имя Венди. Ой, возраст Венди. Возраст 6, имя Венди, присвоено также Венди. Заболевание не обнаружено, поступило вместе с сестрой Петрой. Диагноз после инъекции. Легкая слабость мышц, ввести следующую дозу. Окей. А здесь, наверное, будет медкарта ее сестры. Чарльз и Оскар. А где сестра? Ну, тут была еще одна кровать, возможно, здесь и была. Так, что у меня тут последние две? Чарльз и Оскар. Анемия, астма, слабость в мышцах, неизвестной экологии. После ингибиторов. А, перед вводом первой дозы требуется улучшить состояние. Он был в плохом состоянии. Так, Венди мы читали. Оскар. Вот Оскар, значит, Чарльз. Пациент недавно выздоровел после простуды. 12 лет ему было. Ну, было, может и есть, я не знаю. Ну, когда-то тогда было 12. Введением первых 4 доз сила пациента повышалась. После 5 дозы температура поднялась до 41 градуса и оставалась такой неделю. Применялись капельницы, жизненные показатели падают. Прогноз неблагоприятный. Интервал перед 5 дозой был слишком короткий. Так, ладно, окей. Ну, короче, это комната детей. Это комната детей, где над ними ставили вот эти вот все... О, это зал. Это по-любому то помещение. Нет, не то. А может, я его просто плохо... Да, это оно, это то помещение, просто здесь мебель переставили. Обещай, что ты меня здесь не бросишь. Никогда. Я тебя не брошу. Бля, что с ней стало? Это не нужно. Ничто не способно нас разлучить. Ничто. Эйден, пойдем, пора. Не бойся. Какого? Только сейчас Эдик допер. А, он не дает ничего управлять, он сам пойдет. Он сейчас будет, что ли, колоть кому-то еще что-то? А. Они выключили заставку, потом включили следующую. Да, это та комната. Та самая комната. Все хорошо. Боль пройдет. Больно! Я знаю, знаю, мальчик. Я здесь, с тобой. Тш-ш-ш.
Да. Пожар! В лаборатории! Это нам показывают опять воспоминания или сейчас... А, давай, мы заново их переживаем. Эй, надо бежать. Где Мия? Я найду ее. Клянусь. Беги! Что со мной такое? Эйден! Эйден, ты не видел Луан? В смысле не видел? Она с тобой осталась. Что? Ты должен был увести ее! Черт! Хакон, где она? Она меня провела. Наверное, пошла искать, откуда запускают ракеты. Вот, блин, но она дважды Хакон! Ранена. Я найду ее, малыш. Не волнуйся. Я найду ее. Луану дважды ранили. Луан, слышишь меня? И она пошла дальше искать ракет. Она еле ноги переставляет. Так, найти вальс, хорошо. А куда идти-то? Блять, испугала меня. О, записка. Петра, это вот которая сестра этой... я уже забыл, как ее звали. Так, Петра. При поступлении заболевание не обнаружено. Вот, поступила вместе с сестрой Венди. Аллергическая реакция, затрудненное дыхание, покраснение кожи, значительная слабость мышц, значительное покраснение в зоне инъекции. Возможно, угроза жизни от диспноя. Прекратить курс, стабилизировать и наблюдать пациентку до исчезновения опасности. Ясно, короче, Петра не пережила это все. Детское стихотворение для доктора Вальца. Ну, рвите мне сердце на части, конечно. Так, день и ночь вы трудитесь, как белка в колесе, даете нам лекарства, чтобы выздоровели все. Вы шутите, смеетесь и веселите нас, вас любят все ребята, вы доктор просто класс. Спасибо, что вы рядом, мы лучшие друзья, письмо вам написали. Петра, Уэнди, Оскар и я, Чарльз. Так, ясно, ладно, вальса, то есть они, в принципе-то, любили, если так посмотреть. А, ну здесь закрыто будет, ясно, здесь меня не выпустят, конечно же, здесь будет все закрыто. А чё черно стало? А, подожди, это другая дверь. Это другая дверь, это мы идем дальше куда-то. Дальше может быть опасно, кстати. Дальше могут быть опять эти ребятки. А приколи, если зомби, которые там были в том зале, это эти дети. Ну, типа, их никто не вывел, они остались здесь и мутировали. Ой, здесь будет какой-то босс-файт. Стопудово. Стопудово попахивает немножко вот этим вот самым сражением с боссом. Ага. Ну хорошо, хоть мутируем. Да, мутировали. Бросай это! Уходи отсюда! Вальт, где же ты? А тут что? На этот раз тебе не уйти, слышишь? Такое огромное помещение, типа... Ладно, пойдем туда. Пойдем туда, хорошо. Я думал, мы сейчас опять обратимся. Блядь, ну интересно, ладно. Потом посмотрим. Я думаю, если будет такая возможность. О! Опять эти ренегаты. Что обещал? Кто? Мия, что ли, здесь где-то? Или это просто вот как во время сражений? Прям в меня взяли коктейль Молотова, кинули засранцы. Готов. Я не вернулся, чуть-чуть не увернулся. Ну слушай, их здесь прям было много. Хотя я думал, что где-то будет сражение с боссом, а не с этой мелкой шушерой. Нам решили немножко разбавить вот это путешествие по подземелью легким таким сражением с врагами. О, гитарный гриф, круто, 6-го уровня. Гитарный гриф 6-го уровня. Так, соберем, конечно же, все. Все с вас собрал. Там еще один был, лежал где-то вот здесь. Я его где-то самого первого, которого убил.
Я его, наверное, уже обыскал. Я не вижу его труп, если что. Ну, наверное, он где-то здесь и лежит. Знаешь что? Давай-ка мы на этом моментике пока прервемся. В следующей серии, соответственно, продолжим преследовать Вальца по его следам. Спасибо, что досмотрел эту серию до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного и самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.